Всем привет, дорогие друзья мои подруги, с вами как всегда Алекс, а сегодня я буду показывать фокусы новичкам МВЗ. Да, я их нашел, как ты видишь, заполнение отряда, пришли два новеньких, которые поначалу откисали в первой зоне, но потом я им показал много интересного. В общем, будет интересно, присаживайся, бери вкусняшки на праздник, все-таки Новый год у нас идет еще, да, 8 дней длится, как по мне, можно отмечать. А если и блогер, то все 10 можно. Я шучу, конечно. Присаживайся, бери вкусняшки, чаек, сачок, запивончик какой-нибудь и наслаждайся. Ну что ж, ребята, начало катки. Я сделал один груз, нашел рюкзачок. Вот, что я хотел. Хотел подфармить и поиграть с рандомами. И такая возможность у меня, в принципе, есть. Поиграть с рандомами. Сейчас я чувствую, пойду к ним. Вот, сейчас этот контракт сделаю. Он куда меня ведет? В принципе, на ихнюю сторону. Один откис уже, в принципе, второй на грани, на грани откисульки. Вот, поэтому посмотрим, как они играют, какие мысли у них в голове есть. Я уже второй контракт делаю. Это самое начало. 39 минут, как ты видишь, вот. 39 минут. Я просто сразу прыгнул на контракт, указал им, даже хотел подождать их, но они что-то просто начали по зомби стрелять. Короче, делать свои любимые дела, поэтому поеду к ним. Вот, не знаю, подлутывать, не подлутывать их. Сейчас посмотрим, что это за ребята вообще. Вот, второй, причем где-то там же вроде, когда по меткам. Карту я открыть сейчас не могу. И тут лежит, просто ждет. Вардер Ран... Короче, Вардер Раннер и Асуна. Вот, Асуна его что-то... Вот, спасает Асуна его уже, да. Непонятно, что ребята делают. Просто зомби воюют, либо просто во вторую зону пришли. Не знаю. Не знаю я. Я начал вот с нуля тоже как-то, но... чувство такое, знаешь, как будто бы мои друзья что-то сделали не так. Вот, что-то сделали не так явно в этом МВЗ. Но игра с новичками, как говорится, всегда приятна. Всегда приятно поиграть с новичками. Я с собой почти ничего не брал, но уже много чего нашел здесь. Вот так, проверим. Проверим, что здесь. Вот такие вот херни выпадают. Это именно то, что я говорил. Это когда играешь с новичками. У меня зеленые во второй зоне никогда не выпадали. Но так как они... А, он уже опять откинулся. Ёб твою налево. Ёлы-палы, здесь рядом, брат, да? И здесь еще контракт есть. Ёб твою налево. А что здесь у нас, собственно говоря, происходит, братух? Что здесь у тебя? А это тот же. Тот спасал, вроде спасал. И куда-то ушел. Здесь страшные зомби, да? Страшные зомби тебя... Страшные зомби тебя покусали, да? Понял, понял, брат. Ну, здесь еще контракт есть. А что ты такая? Тут не поищешь. Здесь средний рюкзак есть. Вторая бронька есть вот желтому, да? Он вообще с первой. Чего вы не ищете? Ну да, я пока это делаю. Ты меня съешь, да? Не выйдет. Так, хорошо. У меня рюкзак есть большой, не знаю. Оставить себе, либо нет. Я им пометил. Хер его знает. Что они здесь делают? Давай посмотрим. Ну, зеленый просто ходит, да? Желтый там сидит. Ну, я ему пометил броню. У желтого вообще ни хера нет. У этого на две плашечки есть. А не знаю, что желтый делает. Я даже боюсь идти туда, знаешь. К нему в первую зону. Что он там делает? А, подожди, ключи сброшиваем. Помечу. Здесь ценный предмет. Вот, ну, зеленому по барабану, да. Я пометил. Ребят, я пометил. Даже зомби почистил здесь. Вот, сейчас этих почистим еще. Да кто здесь? Кто здесь вечно сзади ко мне ходит? Отметил ключики. Блин, я из-за тебя в бампер свой попал.
Охереть. Ладно, поедем. Придем позже, посмотрим, как у них дела. Ключики я отметил. Что зеленый делает? Давай проедем, посмотрим. Чисто ради интереса. А что он делает? Он вниз куда-то пошел, да? А вон там лутает, наверное. Он там лутает, да. Вот он тут лутает. Они все побежали ко мне. Очевидно, их забрать надо, да? Ну, блин, поздно, да, ребят, поздно, поздно забрать. Надо торопиться. В начале игры не пропускать свой момент. Потому что они сейчас сядут стрелять, начнут. Я сейчас выполню контракт, к ним приеду. Очень задерживают, конечно, но очень хочется посмотреть, как они играют. Вообще, возможно, я перестану играть сейчас, да, я буду просто ходить и смотреть, чем они живут здесь в МВЗ. Вот, потому что потом они, знаешь, как выходят и пишут комментарии. Блин, я поиграл, а в чем прикол, а что делать? Я вот, короче, 4 зомби убил в первой зоне, они меня нокнули, типа, меня спасли, я еще убил 3 и... И все, короче. Вот. Я надеюсь, ты мои гайды смотрел, да? И секреты. Секреты ты уже посмотрел. Секреты работают всегда. Вот. Я думаю, там машину найдут они, чтобы приехать сюда. Там я уже оставил машину, как бы. Опа. Слушай, давай еще мозгоразжижатель сделаем. Я третью броньку нашел еще. Нормально. Можно идти фармить, да? Кто-то скажет. Смотри. Идеально, идеально для фарма. То есть можно сейчас найти ключи и пойти. Да что происходит такое? Что здесь? Кто здесь лежит-то, а? Почему ты здесь лежишь в первой зоне? Ёлки-палки-то. Друг, почему ты здесь лежишь? Почему ты здесь прилег? Кто тебя? Снайпер есть, да? Тихо. Блин, колонны что-то не пробиваются сразу так прям. Вот так, по щучьему велению, короче, не хотят они. Давайте реанимируем. И зомби сделаем. Свой, 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 да, свой новогодний. Красавец. Короче. Короче, я пошел. Я пошел, мои уже пришли туда, смотри. Во, пришли, пришли. Они хотят оружие улучшить, да? Пришли, короче, покататься там, побегать на мотоцикле. За зомби, да? Чё, ты боишься, что тебя скушают? Боится, что его скушают, да? Так, машину мою не трогайте. Вот, ну, на улучшалочку, так на улучшалочку, ладно. Не садись, они. Будешь за шариком охотиться, хорошо охотиться. Что, что там, зомби там, да, ну, ты же не садись. Я тебя что, ждать буду там? Я не буду ждать. Вот, поехали на улучшалочку. Господи, я так и знал, он сядет, будет стрелять, понимаешь? Отмечен улучшайзер. Он сядет и будет стрелять, блин, за пулемет. Но это жесть. Он, кстати, даже броню не нашел за это время, по-моему. Вот, а что если завести их в третью зону? И посмотреть, что получится. Как вы думаете? Как вы думаете, что будет? Здесь желтый еще потерялся. Они все теряются. Ну, давай позовем его. Иди сюда, иди, да. Не знаю, сел он, не сел он. Асуна, короче. Ой, боже. Вот это Ники, да? Асуна, это он сел, да, он сел. Мы едем в улучшалочку, короче. Едем в улучшалочку, Асуна сел. Ну, что-то такие, я не знаю, игроки. Вот посмотрим, кто играет. В зомби МВ3 я давно хотел такой ролик сделать. Здорово. Здесь кто-то уже пробегал. Вот, теперь будет все чики-пуки просто.
Я не знаю, есть ли у них деньги, но походу есть. Кто-то даже улучшил. Кстати, сундучок никто не залутал даже, понимаешь? Две турельки. Хоть прямо сейчас иди, бери. Я всегда бегаю, смотрю сундучки. Бери, беги. В третью зону получается, да, но с ними это будет вообще интересно. Это будет максимум хардкор просто. Просто максимум хардкор. Ну, по крайней мере, может мега отродье есть там. И с него что-то выпадет, правильно? Ну, либо давай сделаем охоту. Я очень хочу посмотреть, как они на охоту пойдут. Вот, охота. Ой, у нас здесь есть охота. Вот, зеленый, зеленый. Зеленый, ёптвы. Ребята, ребята. Вы сейчас машину испортите мне еще. Охота здесь по прямой. Сразу видно, что ребята не знают, что делать. Потому что, блин, ну это пулемет, вторых зомби и третьих вообще не убивает. Вообще не убивает, понимаешь? Я пойду тайничок гляну. Быстренько, по Шурику. По Шурику глянем. Тут еще в воде может быть тайничок. Я не знаю, они никогда не смотрят. В принципе. На эти тайнички. Оп. Занырнули. Так, а чё я нихера не вижу в воде этой, а? Занырнул столько пузырей, блин, как будто бы эффекты прибавились. О, нормально. Можно в третью зону с ними идти, короче, и... Ну ладно, сейчас контракт выполним. Можно в третью зону с ними идти и что-то делать, да? Охереть, я посмотрел бы на это. Серьезно, серьезно, я бы на это посмотрел. У Асуны нету нифига. Я не знаю, улучшил он оружие или нет, но у меня есть маленький сюрприз для него, да? Есть маленький сюрприз. Согласились на охоту? Все нормально, да? Поехали. Где Асуна? Асуна где-то сидит сзади. Я, кстати, не могу видеть его. Блин, ну ты ехать можешь нормально. Ты по-быстрому, да? Я понял. Я понял. Я для фарма это держать не буду, потому что для фарма нужен лимонад, короче, вот эти вот. Я не люблю... Только не гранату, только не гранату, ёб твою, кто кинул гранату? О, здесь есть вторая броня. Доктора Бумца. Кто-то гранату кинул все-таки. На! На, вторую отдам кому-то. На. Да ёб твою, а выкини. Вторая броня. Есть подсумок для брони, есть еще вот эта вот херня. Короче, если вам надо, так что еще отдать им? Не знаю. Пока не знаю, отдавать ли или не отдавать. Но давай посмотрим, что у нас здесь есть. Есть еще охота. Блин, охота это быстро, конечно. Вот, очень быстро. Но они даже гранатами кидают, они пытаются. Сейчас посмотрю, если... если... Что там легендарное у тебя? Давай. Кто предлагает легендарное? Ну, что у тебя есть? Нету ничего? Тю, блин. Вроде у кого-то что-то легендарное было, не знаю. Легендарный предмет. А что он не использовал его, не знаю. Непонятно пока. Вот, ну. Смотри, они стараются, они берут. Ладно, давай так и быть. Так, кому-то здесь. Так, иду. Что там? Что ты хочешь? Ладно, на тебе. Отмечен подсумок для брони. Здесь крутые трофеи. И заряжаю! Но ему не надо, да, крутые трофеи. Отмечен подсумок для брони. Не знаю, кто из них что показывал. О. Берите трофеи, если кому надо. Ну что, ты взял контракт? Все, погнали. 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 Я ему нашел крутые трофеи. Офигеть. Да как вы задолбали, а?
Как вы задолбали, отдал. Он пытался что-то легендарное дать мне там, да? Здесь машина есть у нас. Тихо, 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 граната, ёб твою. Ну кто кинул? Это они кинули или я кинул? Я не могу понять. Точнее, эти говнюки кинули или я кинул? Гранату. Ну просто, блядь, просто передо мной. Ну быстрее. Ну ёб твою. Ну что ты там делаешь? Давай быстрее. У нас тут... Не стоило оставлять меня в живых. Поблагодарить. Да я не могу благодарить, потому что... Вот. Потому что я хочу до машины дойти. Хочу броню вставить. Давай, погнали. Через третью зонку сразу, давай. Я не хочу саморезы тратить просто. Я лучше их в третьей зоне потрачу. Ну, такое ощущение, что кто-то кинул из своих. Крушитель, где ты? Да ёб твою, блин, вы стреляете, ребят. Вот, кто-то кидает гранату. Кто-то, вот мне постоянно эти инструменты теперь, потому что ребята у нас офигенные, да. А ребята офигенные. Так, ну что, здесь контракт на лёт на хранилище есть? Нету, есть вот это. Блин, я пока смотрю, понимаешь? Я пошел туда, короче. Сделаем контрактик еще. Я пока смотрю, я не знаю, такие медленноватые ребята, да. Медленновато. Вот, 197 метров. Быстренько сюда возьмем его. Опа, зомби съехал. С горки офигеть! Как будто бы, а кто еще не сделал? Я уже сделал, как бы. У меня уже оружие в порядке. Вот, кто-то не сделал, зеленый не сделал. Надо подвести его, было бы, я не знаю. Ребята, максимально странное просто. Ну ты че, через эту маленькую горку не можешь залезть? Офигеть. Офигеть. Можем им секрет показать еще, кстати. Давай секрет покажу со змеем им. Действительно, сейчас покажу секрет со змеем. Сейчас куда-то доедем. Покажу секрет со змеем и секрет с этим, с кувырканием, с прыганием через это. Внимание. Вот будет круто, а? По-любому не знают секрета этого, да? По-любасу не знают. Не иди за мной, зомби. Ну, зря перезаряжал столько, ладно. Броня сбита. Ой-ой-ой, кому-то плохо, да? Ладно, я поеду, я хочу посмотреть. Посигналить, желтые здесь вообще где-то, нет? Но мне, я не подберу их просто сейчас. Потому что контракт исчезнет. Да потом пойдем. Да ёб твою, ладно, иди воскресай его. Я поехал вертушку делать. Зеленый просто офигеть, конечно. Зеленый War Thunder, короче. Почти как War Thunder, блин. Где-то откис уже, да? Ну не, смотри, саморезнул кто-то его. Но на контракт опять они пропустили. А, ну такое ощущение, не сильно понимает, что делают. Я им покажу сейчас красного змея. А, вот, и покажу на вышку, что делать. Вот, покажу, именно покажу, если они пойдут за мной. Сейчас я посигналю, вот. Давай сходим, скажу, типа. Вот, и покажу им эту прикольную фигню. Возможно, они не знают вообще. Ну, я уверен, что не знают. В третьей зоне, наверное, тоже не узнают. Правда, там иногда такая фигня, а иногда ключи. Кстати, и из послушника тоже иногда ключи выпадают, золотые. Редкие вот эти вот.
Сейчас позову их. Опять, видишь, вот эта вот херня. Опять ненужная абсолютно мне выпадает, потому и играл бы в соло, выпадало в фиолетовое. Так точно. Сюда идите. Так, мне надо достать там... Вот, собрать их всех. Давай подождем тогда. Соберем и отвезем, короче, знаешь, куда? Отвезем вот сюда вот. Покажем вот этот вот секрет. Блин, где это здание? Вот оно. Насколько я помню, да? Возле за... Блин, я уже забыл. Вот это вот здание. Давай, прикроем. Он что-то клавиши перепутал, да? Бывает, брат. Иду в эту точку. Брат, давай быстрее. Давай, мы того подбросим сейчас. Давай. Давай, желтого заберем. Желтого заберем. Пойдем секретики покажу им. Может, что-то выпадет, не знаю. В третью зону они вряд ли захотят идти, ребят. Я вам серьезно говорю, вряд ли захотят идти в третью зону. Желтый где-то здесь. Да, где-то здесь. Сел, он бежал просто к этим. Давай свозим, пусть он покушает там, да? Может, он зеленые ключи предлагал, я не знаю. Может, зеленый, а может и легендарный. Но откуда у него легендарный? Может быть, у него оружие зеленое еще. Ё твою налево. Давайте, поехали, поехали, я вам покажу. Я вам покажу один секрет, ребята. Я вам покажу один секрет. Офигенный. Я не знаю, спорим? Блин, блин, на мост надо. Сори, я забыл. А можно по железной дороге, точно. Вот, по железной дороге. Я покажу вам кое-что. Вот сюда я поставлю меточку. Короче, где это здание? Вот он. Вот, я поставлю. Вы офигеете просто сейчас. Вы просто офигеете. Вообще машину поменять бы, да? Опа, здесь что-то происходит. А, здесь едет машина. С вертолетом тоже, да? Но в первой зонке делают. В первой зонке делают ребята. Сейчас я вам покажу. И вот эти шарики тоже покажу. Сейчас тут заправка где-то есть. Не знаю, дотянем, не дотянем до заправки-то, а? Не знаю, дотянем, не дотянем. Но время уже такое. Пора бы уже, конечно, что-то делать. Я думаю, что можем дотянуть. Если бы зомби на дороге еще не показывались. Можем дотянуть до заправки. Вот. Ну не, наверное, не дотянем. Ни хера, зомби здесь просто куча. Еще эти, блин, говнюки здесь, короче, сидят. Но, по крайней мере, очень близко подъедем к заправочке, да? Пошли, покажу. Иду. Забудьте. Иду в эту точку. Покажу вам, ребят. Покажу вам кое-что. Иду. Вот оно, здание. Вот оно, здание. Иду в эту точку. Вот он, второй этаж. Вот он. Иду. Покажу вам. Это места, где мы оставили крутые трофеи. Отмечаю, данные, иду в эту точку. Забудьте. Иду. Последний отменяется. Если терминус составил такую карту, значит нельзя... Поняли? ...ни минуты. Забудьте эти данные, я возьму. Бери. Зеленый не понял, наверное. Здесь крутые трофеи. Поняли? Я не знаю, поняли или не поняли. Теперь идем на машину нашу, да? Где наша машина? Здесь легкий внедорожник.
Вот, я не знаю, но с этим это выполнять с ними. Я не посмотрел по карте где, но я помню так. В принципе, помню не то, что наизусть, где эти вышки, но, возможно, сейчас мы подлутаем, вот. Подлутаем. Смотри, показал им секрет, а? А, прикольно, прикольно. Сейчас еще один покажу. Сейчас еще один покажу по-любому. Вообще, вышка может быть и здесь, вот где-то вот. Давай съездим сюда, посмотрим. Если что, я им покажу вышки, что по этим фото надо делать. Я думаю, они догадаются. Вот. Где я метку поставил? Вот. Вышки нету, да? Я не вижу отсюда ни хера. Но, походу, нету здесь вышки, да? Да, нет, 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 нет. Ну куда ты уехал? Ну зачем? Здесь легкий внедорожник. Я иду в эту точку. Поехали, я еще кое-что покажу. Сейчас мы залезем на эту херню, и я покажу, как пролететь. Покажу им, короче, покажу ребятам, да, покажу секреты. Вот. Если здесь нету, то я знаю, в принципе, где. Вот, вот эти экстракторы везде раскиданы просто. Абсолютно везде раскиданы. И я знаю даже наизусть уже, где вышки. Хотя на фото, внимание, я не обратил, ребят. Вот, но хочется им показать. Вот, вот эта вышка нам нужна. Вот, сейчас я покажу им. Вот это вот. БПЛА можно в третьей зоне найти легко. В принципе, и во второй я знаю, где они. Точно. Уставшая нежить прибита. Иду. Давайте, давайте, давайте за мной, я покажу вам. Я покажу вам кое-что, ребят. Да не сюда надо было. Куда вы пошли? Я хочу, чтобы они увидели это. Иду. Я хочу подняться, и чтобы они увидели это, эту херню. Вот, но они чем-то заняты другим. Иду в эту точку. Вот, хочу подняться, подождать, чтобы они увидели, и тогда что-то сделаем. Вот, мне надо вот те круги. Иду. Ну что, вы поднимаетесь? Иду сюда. Иду в эту точку. Залазьте, залазьте, залазьте. Залазят, смотри, сейчас покажем им один момент, короче, покажу, да. Простите, шерсти наглоталась. Иду. Иду в эту точку. Смотри, 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 что надо сделать. Иду. Иду в эту точку. Пролететь через все три. Разлом с наградами, вы видели, нет? У них есть, нету этого разлома. Я не знаю, поняли они или не поняли. Как им показать? Через все три пролететь. Я не знаю, как показать так. Иду в эту точку. Да ёб твою, задрали, вот задрали, задрали наемники-то, блядь. Задрали, просто задрали. Просто задрали. Просто задрали, ребят. Но вы дадите мне показать что-то, нет? Я ж хотел показать, смотри. Вот. Смотри, надо сюда. Иду. Раз, два, три. Иду. Иду в эту точку. Берите трофей. Иду. Иду в эту точку. Последний отменяется. Иду. Сейчас я покажу им, как. Ёб твою, они не поняли. В ангаре F сбоят системы, а у меня
Они не поняли, я хочу показать все-таки им. Показываю фокусы, короче, новичкам. Да ёб твою налево. Ёлы-палы-то, а? Хочу показать фокусы. Вон, в третью зону они вряд ли пойдут. Вот, они чуть-чуть, наверное, понимают, что надо сделать, да? Но и вышки я бы им поискал бы, да? Я не знаю, они, надеюсь, послушали. Они могут ролик посмотреть, в принципе, мой, да? Могут посмотреть ролик на YouTube. У меня, блин, ник так и называется. YouTube, Алекс Гейм. Чё бы не посмотреть. Иду в эту точку. Ну чё, вы лезете? Лезут, 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 слезут, смотри. Через все три надо. Раз, два, три. Раз, иду в эту точку. Два, забудьте. Три. Иду. Раз, два, три. Иду в эту точку. Смотри, что надо сделать. Смотри, смотри. Иду. Вот так пролететь надо. Раз, два, три. Блин, я не пролетел просто. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, как написать им? Пролететь. Раз, два. Иду в эту точку. В полете, ёпта. В полете надо. Не, не. Не, ребята, не. Раз, иду. Два, три. Иду в эту точку. Пролететь тут. Иду сюда. Понял, не? Понятно? Понятно? Пролететь вот так. Иду. Раз, два, три. Иду в эту точку. Я надеюсь, они поймут. Вот оттуда. Короче, я не знаю. Давай еще раз покажу им. Фиг его знает. Время заканчивается уже. Но здесь где-то рядом выходы были, да? Вот он, выход. Если что, дойдем, блин. Я не знаю, как им показать еще это. Но посмотрев ролик, можно понять. Можно будет понять. У меня тут второй раз уже, я не знаю, не выйдет, наверное. Вот, стойте здесь. Стойте здесь, стойте там. Вот, я хочу, чтобы они поняли, что на парашюте надо пролететь. Не касаясь этих штучек. Этот секрет никто не знает, ребята. Этот секрет никто не знает даже. Абсолютно. Абсолютно никто не знает. И, кстати, еще во второй зоне два секрета есть, да? Вот, 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 вот. Вот. Раз, два, три. Вот так надо сделать. Все, поняли? Иду в эту точку. Зеленый догадывается, что-то. Я не знаю, вместе они или не вместе. Вот, но я показал, как мог. Показал, как мог. Мне кажется, зеленый понял, он будет пробовать. И у него получится реально. У нас 6 минут, ребята. Но такие ребята, потом возьмем вот этот контракт. Он по-любому где-то будет либо в эту сторону, либо в эту сторону. В принципе, все равно. Давай, я хочу посмотреть, как зеленый это сделает. Вот, я стану здесь даже. Вот, давай. Давай, с этого начинай. Давай, давай, мы все смотрим за тобой, блин, затаив дыхание. Во, смотри, он догнал, он идет сюда. Но у него надо все три пролететь. Раз, два, три. Давай, 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 давай. Не зацепляй, не зацепляй. А! Нет.
Зацепил, ёлы-палы, зацепил, реально зацепил. Зацепил, здесь все облутали уже, да, мы? Вот, ну давай еще шанс дадим им. Давай дадим шанс. Давай, этот желтый понял, не понял, не знаю. Получилось у него, не получилось. Фиг его знает, ребята, фиг его знает. Иду. Иду в эту точку. Последний отменяется. Да ты ж не стой там, ёб твою. Не. Летит. Опа, получилось, ёб твою налево. Чё, вышло, да, вот так вот, короче, всё. Короче, времени нету. Вижу контракт, доставка груза. Всё, погнали. Я надеюсь, что мы сделаем контракт сейчас машину возьму, ребята. Вот, ну, подлутал, я не знаю, подлутал, показал, как мог, ребят. Подлутал, зачем машину брать, а? Сейчас у нас будет новая машина. Вот, сейчас будет новая машина. Здесь, кстати, и вышки могут быть. Терминус Ивентус идет. Вот только не туда пошли вы, ребят. Погнали, ребят. Нам надо в точку эвакуации. Скоро газ пойдет. Но про красного змея они вряд ли догадаются. Открываем гаражик. Ну что ты делаешь? Все, залазим, нам туда. Поехали. Я надеюсь, ребята что-то усвоили, конечно. Но у желтого, видишь, даже оружие на максимум не улучшено. Не знаю, по какой причине. Но... Я не могу говорить просто, вот по какой причине, но даже такое оружие нормально. Может, портал им показать еще? О-о-о. Блин, не успею портал показать им, наверное, да? А может, и успею, фиг его знает. Потом бензин закончится еще. Здесь прыжок есть. Хера себе. Какие агрессивные вертолеты-то, а? Вот, что здесь есть? О, я им отдам. Я им сейчас скину. Кто-то явно здесь новенький. Так, желтому скидывал броню, да? Тебе я скину чертеж эфирного кристалла. Блин, да чё ж вы это? Здесь ценный предмет. Не надо никому. Вперед. Погнали, ребят. Погнали. Мне не, нахер он не надо, у меня 10 тысяч этих чертежей уже. Вот, я хочу посмотреть, где буря. А, буря здесь. Начинается, да, а эвакуация здесь. В принципе, если быстро проедем, мы успеем. Я им покажу портал. да. Вот, но туда не пойду, к змею. Я оружие даже нихера не улучшил. Я им большой портал сейчас покажу. Они офигеют, наверное, да? Хотя там газ, так, у нас еще 44 секунды. Потом можем поехать, знаешь, куда? Можем поехать на боковую. Эвакуация.
Блин, зомби, как назло, здесь дохерище просто. Просто дохерище, просто офигеть. Я надеюсь, что я их обрадую, вот. Вот, я хочу показать им все уже, да, чтобы они поняли, как играть. Потому что ребята пришли, они не знают, что просто... Ну, знаешь, как попервой, ты просто зомби убиваешь и все. Ты просто зомби убиваешь, и ты думаешь, ну, блин, что здесь в этой игре, что здесь интересного, да? Что здесь интересного, что здесь может быть? Эфирная буря усиливается. Ну, конечно, я им вот этот портал покажу сейчас. Смотрите. Вот этот есть, и вот этот, вот сюда вот, если зайти... Он появится, я просто покажу им и уедем. Вот, время хватит, смотри. Смотри, что есть. Иду в эту точку. Зеленый кинул нас, что ли? Зеленый, ты не доплывешь сюда. Зеленый кинул нас, охереть. Ладно, здесь броневичок есть еще. Может, они вместе, может, он покажет ему, но это как-то ладно. Я пошел за броневичком, я понял, ребят. На них секрета ухватит, наверное. Короче, я думаю, что действительно хватает им этого всего. Но они что, подожди, они в улучшалку поехали, что ли? Здесь уже газ идет. Ребята, газ начинается, я бы на выход поехал бы. Вот сюда. Они в улучшалку пошли. Ёлы-палы. Они в улучшалку пошли, ребята. Вы чё? Пошли на эвакуацию. Ёб твою, а чё у меня... ну, заднее колесо, понял. Кто-то лутал его? Нет. Непонятно, как оно пробилось, да, но пробилось. И вот неудобно, да, починить резину эту. Никогда неудобно. Так, я пошел на эвакуацию. Я ребятам скажу. Я пока буду говорить, меня расстреляют сейчас. Просто-напросто. Я не хочу, чтобы ребята сдохли просто. Критические повреждения, да? Вот это все. Это ГГ, блин. Я пока оставил им метку. Они хотят оружие улучшить. Я их понимаю, конечно. Но они, наверное, не в курсе, что если улучшить оружие, то в следующей катке оно улучшено им не будет. Ребята действительно там какого-то 20-30 уровня, я уже не помню. Короче, явно они не прошли еще зомби. Вот. Не прошли зомби и не знают, что да как здесь. Вот. Но такие секреты, ты видишь, они первый раз видят. Еще в третьей зоне есть секретик «Отдать честь», «Отдать дань». Или как там называется? Короче, он, я забыл уже, как он называется. Вот, я надеюсь, что я добегу сейчас до этого самого места. Эвакуация 400 метров. Здесь дрон есть, офигеть. Офигеть, как хорошо, где ты? Где ты, мой хороший? Где ты, мой хороший? Они пошли оружие улучшить, не знаю зачем. Ну, возможно, потому что новички, да? Вот, потому что новички. Ну, такое бывает, конечно, да. Вот, банка реаниматор есть, можно откиснуть. Ой, не реаниматор, это смерть. Короче, ну, ты понял, вот баночка здесь. Можно купить и нафармить. Нафармить кучу всего. Мой крушитель. Давай. Херячь всех. Ой, блин, да вы чё? Я здесь не буду оставаться. Дайте я авиаударом. У меня что там, ухо есть, да? Я авиаудар хочу потратить, реально. Авиаудар хочу потратить. Вот так. Хочу сделать. А пушечку сюда поставлю. Куда ты бежишь, чучел?
Ну, нифига себе. У них Казимир Казимирович есть. Можно я залезу? Это мой вертолет эвакуационный. Ёб твою налево. Мой вертолет. Я пока броню вставлял. Я откиснулся уже. Брат, мне, в принципе, саморез 2 не надо. Просто офигеть. Держите напоследок. Короче, нормально съездили, да? Нормально съездили. Ребят, надо кому-то? Ну, уже не надо. Ребята, с вами был, как всегда, Алекс. И, как вы видите, нормально подлутали так новичков и третьей бронькой. И чертежом даже. И показал некоторые секреты. Вот. Если такой формат интересен, то обязательно напиши мне об этом в комментарии. Не забудь поделиться этим видео. У меня даже один лишний саморез был. Вот. Пока-пока. До скорого. Увидимся.